Помимо госзакупок, которые начнутся в ближайшее время, Молдова может получить до конца апреля около 300 тысяч доз вакцины в виде гуманитарной помощи. Сейчас идет работа по четырем направлениям, заявил экс-президент страны Игорь Дадон. Лидер ПСРМ говорит, первый источник – это Запад. А до Асурса есть спутник Ведем Федерации Руса, что ее штука с авансаде студии мод дискутили интри кондучеря парламента Республики Молдова и кондучеря Федерации Руси, кынд и кити вакцини, я кредку в афианунцат, и сперс фианунцат, и тим попропят. А трея сурса есть Кина. Доамна Гречана, я вот интервидери ку амбассадору Кини, унди са дискутат, са конвенит, ку во фиадусе, в волум дистуде импрессионант де вакцини ин калитате держитор манитар дин Кина. Ша патра сурса есть Турция. Дискуссия между домна Ирина Влак-Башкану Гагаузии и Эрдоган, который будет лог 10 зеленых. Все вакцины, которые поступят в страну в качестве гуманитарной помощи, должны бесплатно распределить для иммунизации населения. Кредко суммарно на части патру дирекции, но путя упцине, на урматуарли септамынь у луна жмати, пести до суд чинзеч, 300 демиди вакцины. Пести тресфи вакцины, гратис, Карвина Республика Молдова, арсен пусила диспозиция читателя. Правительство намерено закупить несколько сотен тысяч доз вакцины в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить коллективную иммунизацию жителей Молдовы.